Здравствуйте, вы смотрите новости на Севастопольском телевидении, в студии Дмитрий Дудко. И вот о чем расскажем в нашем выпуске. Как сделать ремонт так, чтобы не навредить природе и сохранить историю Севастополя? Каждый камень мы храним, то, что демонтировано, никуда не денется, все останется. Севастопольцы переживают, не загубят ли многолетние деревья во время ремонта на улице Советской. В РИО губернатора Михаил Развожаев взял вопрос на личный контроль и выехал на место. Какие вопросы возникли у главы города? Проблемы с канализацией на улице Каштановой в районе Максимовой дачи. Нечистоты затапливают придомовую территорию. И вот это мы дышим. Там такая вонь идет страшная. Ну, если болото по колено. Жители близлежащих домов обратились к руководству города. Как будет решаться эта проблема? Наши корреспонденты разбирались в ситуации. Взаимодействие разведки, десанта и основного состава. Военнослужащие ракетно-артиллерийских соединений и частей Черноморского флота участвуют в лагерном сборе на полигонах в Крыму и на Кубани. Какие задачи нужно отработать? Сколько человек и специальной техники задействовано в учениях? Сегодня во всем мире отмечают Международный день почты. Обмен почты происходит два раза в день, в 11 часов и в 3. Сколько писем получает и отправляет севастопольский почтамт ежедневно? Какие цифровые технологии помогают почтальонам и может ли электронная почта вытеснить традиционную? Технофест в Севастополе. Аттракционы виртуальной реальности, изобретения севастопольских ученых, бои роботов и управление мечом силой мысли. Более 20 площадок. Приборов самый минимум, который необходим для полетов на сверхлегких аппаратах. Какие проекты представили севастопольцы на главной площади города? Кто стал победителем и какие идеи получат поддержку правительства Севастополя? Похолодание не помеха. В ботаническом саду в Симферополе зацвела магнолия. Существует целый ряд культур, которым характерно вот такое осеннее поведение. Также в этом сезоне в Никитском ботаническом саду пройдет масштабный бал хризантем. Чем в этом году осенний праздник цветов удивит посетителей? И какое название дали балу в этот раз? Историческую брусчатку на улице Советской вернут на место. К такому соглашению пришли представители правительства Севастополя и подрядчики. Сейчас на этой улице идет ремонт, который вызывает много нареканий. Напомним, на прошлой неделе рабочие повредили газопровод, из-за чего без газа остались 162 дома. Накануне большой общественный резонанс вызвала информация о том, что на примыкающей к Советской улице сняли историческую брусчатку, чтобы оборудовать пешеходный переход. Сегодня на объект выехал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, куда делась брусчатка и как накажут подрядчика за халатность, расскажет Марина Кравцова. Вопросы к подрядчикам буквально на каждом шагу. В частности, опоры освещения и ямы под них в таком недоделанном состоянии уже почти месяц. Да и случай, произошедший на прошлой неделе, когда строители во время бурения ямы повредили газовую трубу и на сутки оставили без газа больше 160 домов, все это вызывает сомнения в качестве и работ, и контроля. Мусор также не убран. Вот это вот четвертую неделю вот так выглядит здесь на объекте. И вон те дырки, там, которые они набурили, они тоже четвертую неделю так. Ответственному за контроль работ на Советской Михаил Развожаев разъясняет, на объекте нужно быть минимум дважды в день, утром и вечером, и сверять соответствие работ заявленному плану. Такой усиленный контроль теперь установят на всех строящихся объектах в городе. А на Советской подрядчикам придется исправлять огрехи. Камнем преткновения стала историческая брусчатка. Небольшой фрагмент на примыкающей улице разобрали, чтобы выровнять дорогу и сделать пешеходный переход по всем правилам. Судьба брусчатки взволновала общественность. В городе осталось не так много улиц с таким покрытием. Но сама плитка объектом охраны не является, пока ее отправили на хранение. Каждый камень мы храним. То, что демонтировано, никуда не денется. Все останется. И вот эти два квадрата, которые мы, я говорю, они даже не на всю ширину были. Они не давали возможности сейчас нам сопрячься нормально. Вот нашли вот это место, но как раз здесь будет там пешеходный переход асфальтированный. Но вот это же не трогает. Не-не-не, здесь все остается. Во время инспекции в РИО губернатора договорились, что брусчатку на этом участке все же вернут на место. Если вот брусчатку решили убрать, ну, историческую, ну, надо было 10 раз подумать, надо ее убирать или ее можно поднять, переложить. Вот сегодня договорились, что попробуют все-таки специалисты вот этот кусочек восстановить, просто сделать его, ну, в нужный уровень, потому что там будет пешеходный переход. Ну, и, конечно, важно, чтобы он был комфортный, этот пешеходный переход около школы и так далее. Один из самых болезненных вопросов – деревья. Некоторые пошли под снос. Однако доказательства необходимости крайних мер перед глазами. По пням видно, внутри старые деревья полностью высохли. Там уже не древесина, а труха.
И в любой момент при порыве ветра огромные стволы могли упасть прямо на прохожих или машины. Между красотой и безопасностью севастопольцев выбрали, естественно, второе. Хотя, по мнению общественников, деревья можно было бы спилить частично, но у дендрологов заключение иное. Грамотно кронировать и сделать так, чтобы дерево не предоставляло опасности. То есть убрать те ветки, которые свисают над дорогой или угрожают жизни людей, но не рубить все под корень и не выкорчевывать. Когда проход был с дендрологами, с представителями, вот это не обсуждалось? Вариация? Однозначное решение о сносе. Здесь нет сомнений о том, что никакие мероприятия, которые позволили бы его сохранить, не применимы. То есть опасность жизни действительно так. Деревья на этом же месте обещают посадить новые, причем в двукратном размере. Здесь же? Высадка, причем не молодняка, а достаточно уже зрелых деревьев. Ну, за ними будет должный уход. И... На самом деле вот, вопрос в том, что нужно было просто сесть и еще раз обсудить, привести специалистов. Проблема в том, что специалисты не дали жителям подробного обоснования неизбежности спила. Отсюда и столько сомнений. Как отметил Михаил Развожаев, теперь все работы в исторической части города будут подробно и детально обсуждать с горожанами. А в историческом центре, когда мы что-то планируем делать, значит, мы будем много раз это, соответственно, обсуждать и... Пока не придем к согласию по каким-то вопросам, не будем начинать это делать, потому что второго шанса реконструировать не будет. Ну что, как вот мы говорили, да, подпорные стенки можно быстро замазать бетоном, деревья спилить, выровнять все дороги, но это уже будет не Севастополь. А такой цели, конечно же, нет, ее не должно быть в принципе. Такой подход неприемлем. Подрядчикам указали на все недочеты, их придется исправлять. Но уже понятно, в октябре, как было запланировано, ремонт завершить не успеют. Работать придется еще месяц, а то и больше. Но за каждый день просрочки подрядные организации предъявят штрафные санкции. Марина Кравцова, Сергей Котляренко, Севастопольское телевидение. О других темах обсудить подготовку к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сегодня собрались представители ветеранских организаций Южного федерального округа. В наш город они приехали делегацией. Совещание проводили по поручению президента Владимира Путина. Обсуждали вопросы участия ветеранского сообщества в праздновании даты. О результатах заседания доложит министру обороны Сергею Шойгу. Аналогичные встречи уже проходили в Кирове, Костроме, Ногинске и Самаре. Мы проводим в городе-герое Севастополе, в самом замечательном городе мира, столице российского, советского и России новой военно-морского флота, именно в героическом городе заключительное такое совещание. Мы все, что можно придумать новое, потому что мы работаем в тесном контакте с департаментами культуры, с департаментами социальной политики каждого региона. А это уже говорит о том, что губернатор заинтересован, чтобы его губерния, область, республика, край были не хуже других. Ведь перед Путиным придется отчитаться. А Путин у нас человек твердый. Если сказал «да», то уже на нет слов не находится. Участников встречи приветствовал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Он отметил, флот тоже будет принимать активное участие в праздновании Великой Победы. Я хочу вас поблагодарить за эту работу. Огромное вам спасибо. Пожелать вам прежде всего крепкого флотского здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и всего-всего самого доброго. Мои двери открыты для нашего взаимодействия с вами. Вернемся к теме благоустройства. У Севастополя появился еще один сквер в честь героя Советского Союза Евграфа Рыжова. Он располагается на улице Кажанова. Там уже уложили плитку, установили скамейки и мусорные урны. Смонтирована новая система освещения, она на солнечных батареях. Территорию уже частично озеленили, высадили цветы и кустарники. Чтобы оценить качество выполненных работ, в сквер приехали представители Законодательного собрания и Ленинского муниципалитета. Там они поговорили с севастопольцами. Жители озвучили свои замечания и просьбы. Среди них вопрос освещения так называемой молодежной зоны сквера. А еще люди просят выровнять лестницы и установить на них поручни. Будет комплексное благоустройство. Комплексно, да. То есть, если мы сделали здесь сквер, то должны и подъездные пути, и дорожки, и тротуары, все будет сделано. Один большой красивый благоустроенный объект.
Здесь будет удобно и маломобильным гражданам. Специально для них установят пешеходные переходы, светофоры и специальную тактильную плитку. Работы планируют закончить до конца 2020 года. Очень долго этот сквер был в очень плачевном состоянии. И жители обращались по поводу благоустройства этого сквера. Сейчас просто даже через него приятно пройти. А уж посидеть здесь отдохнуть тоже доставляет удовольствие. Хочется, чтобы в городе вот такие зеленые уголки были отремонтированы, благоустроены и были доступны для всех. Также благоустройство и капитальный ремонт идет на улице Каштановой в районе Максимовой дачи. Но во время ремонтных работ возникли проблемы с канализационными трубами. Жители ближайших домов обратились к руководству города. Как будет решаться эта проблема? Наши корреспонденты разбирались в ситуации. Дом по улице Каштановой в районе Максимовой дачи. Почти месяц здесь идет ремонт. Установка освещения, новые площадки, тротуары и, главное, укладка асфальта. Очень много лет у нас не было ни площадки, практически никаких, ничего не было. Со временем мы восстановили свет, со временем мы нашли хозяина дороги. Всего 3 новых площадки, чтобы детям можно было играть. До завершения ремонтных работ остались считанные дни, совсем немного, и появится новая дорога. Но и тут есть нюанс. На данный момент сейчас он к нам подключается, к этой трубе, труба. Перед нашим домом идет еще труба. Вот она здесь вот как раз-таки проходит. Канализация идет с воинской части, скутера Лукомского. И туда подключается ТОС Монастырский. То есть две, получается, 200-й трубы в одну 200-ю старую забивать. Именно так нечистоты и нашли, не иначе как, дорогу к дому. Открываем окно, вот она канализация, прямо вот под окном. Она когда течет, тут лужа, болото целое. И вот это мы дышим. Еще хуже ситуация в квартире. Тут новый ремонт теряется среди заплесневелых пятен, едкий запах и отклеивающиеся обои на стенах. В квартире трудно дышать. И вот в чем причина. Вот, пожалуйста, вам какой грибок. Это уже мы стену заменили одну. Вот. А то вообще все было. Вот все черное. Люди переживают, что будет, когда уложат асфальт. А если авария? В целях экономии бюджетных средств, бюджета города, мы предлагаем нашим местным властям сэкономить немножко средства, поменять канализационные трубы на более новые, поскольку город расширяется, население города растет, и чтобы 10 раз не перекладывать асфальт. Жители дома предлагают пока асфальт не укладывать сначала, решить проблему с канализацией. К сожалению, трубы старые, и происходит утечка канализации, которая идет под дом. Естественно, это жители не устраивает. Жители свои предложения по решению этой проблемы озвучили. Теперь слово за специалистами «Автодором» и «Водоканалом». От их коллегиального решения и будет зависеть дальнейший ход работ. Марина Купренко и Сергей Котляренко. Севастопольское телевидение. А вот благоустроить придомовую территорию по своему усмотрению смогут собственники еще более 600 жилых домов города. В этом году в Севастополе планируется сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 622 земельных участка под многоквартирными жилыми домами. Собственники этих участков, жители домов, вправе самостоятельно решать, как придомовая территория будет благоустроена, какие на ней должны появиться площадки, нужно ли ее дополнительно озеленять и какой участок лучше всего использовать для парковки автомобилей. За 3 последние годы на государственный кадастровый учет было поставлено почти 3000 земельных участков под многоквартирными домами города. Работа продолжается. Сегодня Кабинет министра внес в Госдуму законопроект о развитии механизмов расселения из аварийного жилья. Проект предполагает внесение поправок в жилищный кодекс и федеральный закон о фонде содействия реформированию ЖКХ. В частности, в документе прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в непригодных для проживания домов. А еще устанавливают для регионов дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев. Помимо этого, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщил,
что застройщикам, расселяющим аварийное жилье, могут предоставить субсидии за счет региональных программ по расселению, которые софинансируются через фонд ЖКХ. К концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь более 9,5 миллионов квадратных метров, а число переселенных граждан более 530 тысяч. Общий объем финансирования реализации федерального проекта из всех источников составит более 507 миллиардов рублей до конца 2024 года. Напомним, что тема переселения жителей из аварийного жилфонда одна из первых, которую поднял Михаил Развожаев, приступив к работе в Севастополе. Тогда на северной стороне по адресу Челюскинцев 10 случилось ЧП, сгорел жилой дом. Он подпадал под категорию аварийных, но не был признан таковым. 16 человек, в том числе и дети, остались без крыши над головой. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал, но это ЧП вскрыло целый пласт проблем, связанных с жилым фондом города. Оказалось, что в городе нет маневренного жилья, не проведена инвентаризация аварийного жилфонда. Глава департамента капстроя тогда был отправлен в отставку, а в РИО губернатор взял ситуацию под контроль. Внимание автомобилистов! С сегодняшнего дня и по 31 октября введено полное ограничение движения транспортных средств на улице Ярошенко от пересечения с проспектом Юрия Гагарина до улицы Дмитрия Ульянова. Там проходят дорожные работы. Также движение перекрыто до 11 октября на улице Лазаревская. Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут. Уже в понедельник в Севастополе еще 20 регионов России полностью перейдут на цифровое телевещание. Теперь 20 общедоступных федеральных каналов будут вещать в хорошем качестве и без помех. Аналоговое вещание этих каналов в понедельник будет прекращено. Для того, чтобы продолжить их просмотр, напомним, нужно приобрести специальную цифровую приставку и настроить ее. У телезрителей остались считанные дни, чтобы проверить свое оборудование. Имеет ли оно возможность принимать сигнал цифрового эфирного телевещания? Специалисты напоминают, никакой абонентской платы за просмотр не требуется. При этом аналоговое вещание региональных телеканалов также сохранится. А это значит, те, кто по каким-либо причинам не перейдет на цифровой формат, смогут, как и прежде, смотреть наши телеканалы «Севастопольское телевидение» и «Севастополь-24» в привычном эфире. Более 1000 военнослужащих из состава ракетно-артиллерийских соединений и частей Черноморского флота принимают участие в лагерном сборе на общевойсковых полигонах в Крыму и на Кубани. Военнослужащие отрабатывают взаимодействие разведки, десанта и основного состава. Помогает спецтехника, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздик», артиллерийские установки «Нонна-С», а также минометы «Сани» и «Поднос». Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между бригадами береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота с проведением артиллерийских стрельб, высадкой воздушного и морского десантов для захвата побережья. Нерадужная статистика происшествий с несовершеннолетними. Только за это лето в России погибли 436 детей, из них 10 в лагерях. Также зафиксировано 24 побега из детских санаториев. Об этом в интервью нашим журналистам рассказала уполномоченная по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Ситуацией решили бороться на законодательном уровне. 9 октября Совет Федерации одобрил закон о создании реестров организаций в сфере детского отдыха. Создание единого реестра летних оздоровительных лагерей предусматривает как раз соблюдение прав ребенка на отдых и оздоровление. Это в первую очередь даст возможность родителям смотреть на ту базу данных и иметь в наличии перечень лагерей, куда они в которых они получат безопасный отдых для своих детей. Теперь желающим открыть свой детский лагерь или оздоровительный санаторий нужно предоставить сведения о своей деятельности в органы исполнительной власти. И уже с 1 июня 2020 года организации, не внесенные в реестр, не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. А вы смотрите «Вечерние новости Севастополя», и вот о чем расскажем далее. Сегодня во всем мире отмечают Международный день почты. Обмен почты происходит 2 раза в день, в 11 часов и в 3. Сколько писем получает и отправляет севастопольский почтамт ежедневно? Какие цифровые технологии помогают почтальонам и может ли электронная почта вытеснить традиционную? Технофест в Севастополе. Аттракционы виртуальной реальности, изобретения севастопольских ученых, бои роботов и управление мечом силой мысли.
более 20 площадок. Приборов самый минимум, который необходим для полетов на сверхлегких аппаратах. Какие проекты представили севастопольцы на главной площади города? Кто стал победителем и какие идеи получат поддержку правительства Севастополя? Похолодание не помеха. В ботаническом саду в Симферополе зацвела магнолия. Существует целый ряд культур, которым характерно вот такое осеннее поведение. Также в этом сезоне в Никитском ботаническом саду пройдет масштабный бал хризантем. Чем в этом году осенний праздник цветов удивит посетителей? И какое название дали балу в этот раз? Девятого октября открылась неделя здравоохранения Севастополя. Первая широкомасштабная научно-практическая конференция выставочного формата. Она объединила врачей различных специальностей. Первый день посвятили практическому обучению. Московские специалисты провели 3 высокотехнологические операции методом лапароскопии. С хирургами первой городской больницы своим опытом поделился заведующий кафедрой общей хирургии лечебного факультета Сеченского университета заслуженный врач России Эдуард Галямов. Он делает такие операции с 93-го года. Я приезжаю сюда, мы выполняем лапароскопические операции, а суть этих вмешательств заключается в том, что не надо больших разрезов. Через небольшие проколы мы вводим оптику, специальную видеокамеру, через небольшие прокольчики устанавливаем лапароскопические инструменты, и можно выполнять любые объемы вмешательств. Это от одной диафрагмы, это от грудной клетки, до диафрагмы таза. То есть практически нет ограничений, это онкология, гинекология, урология. Залог успеха, конечно, профессиональные специалисты, но немаловажным остается и современное медицинское оборудование. В городском департаменте здравоохранения рассказали, какое медицинское оборудование в ближайшее время будет закуплено для региона. Также у нас в этом году поставка оборудования будет в рамках национального проекта здравоохранения. Это магнитно-резонансный томограф в онкодиспансер. Это очень важно, потому что нет МРТ в онкодиспансере. И рентгеновское оборудование для детской больницы, КДЦ детской больницы и также онкодиспансера. Сегодня во всем мире отмечают Международный день почты. В севастопольский почтамт входит 69 структурных подразделений. Каждый день его работники доставляют сотни посылок и тысячи писем и телеграмм. А еще занимаются денежными переводами, транспортировкой грузов и приемом платежей. Наш корреспондент Екатерина Брега провела день в 11-м отделении почтовой связи и узнала, как работает почта изнутри. Век цифровых технологий и электронных почтовых ящиков. На то, чтобы написать, отправить, получить и прочитать любое письмо, нужно всего несколько минут. Но как бы цифровые технологии ни старались, пока им не удалось обогнать то, что умеет наша почта. Поэтому, чтобы отправить посылку, мы пришли в почтовое отделение Севастополя. Здравствуйте. Перед отправлением каждую посылку тщательно запаковывают и взвешивают. Сначала мы закрываем середину по правилам почтовой связи, а потом по бокам будем заклеивать. Все, посылка наша готова для дальнейших действий. Весит она 570 грамм. Отлично. Затем все данные о посылке отправители и получатели вносят в компьютерную программу. На коробку приклеивают почтовый идентификатор, чтобы можно было отслеживать ее перемещение. И ставят почтовый штамп. На нем номер подразделения почты и дата отправления. После этого посылка отправляется на временный склад. Обмен почты происходит 2 раза в день. В 11 часов и в 3. Со склада все письма и посылки отправятся на сортировку. Затем их отправят в Москву или Ростов-на-Дону. И уже оттуда перенаправят по адресам в другие страны и города. Мы с вами находимся в центральном отделении связи, которое находится на улице Большая Морская. Это самое крупное отделение связи города Севастополя. Услуги почтовой связи здесь предоставляют порядка 50 работников, в том числе 30 операторов почтовой связи. И также осуществляется доставка печати, пенсий, пособий на доставочных участках 12 почтальонов. В это отделение каждый день поступает около 100 посылок и 1000 заказных писем. Всего через севастопольский почтамт ежедневно проходит 10 тонн почтовых отправлений. А в новогодние праздники в 2 раза больше. Севастопольскими почтовиками за год, да, принимается вот письменной корреспонденции, да, вот писем, принимается около 3 миллионов штук в год. А заходит к нам в Севастополь с других регионов страны порядка 4,5 миллионов отправлений. Это только писем.
Многие процессы на почте с годами изменились и автоматизировались, но все письма и небольшие посылки по-прежнему доставляют почтальоны. Ирина Волкова работает в 11-м отделении почтовой связи уже 19 лет. Профессией заинтересовалась еще когда была школьницей. Встаем рано. Рабочий день 7 часов. Приходим, приходит машина с вокзала. Письма рассортировываются, вводятся, доставляются по адресам, по участкам для почтальонов. За день Ирина проходит несколько сотен адресов, поэтому почтальон должен быть в хорошей физической форме. А еще хорошо знать город и быть коммуникабельным. Нередко бывает, что почтальон становится для клиента лучшим другом. Отношения очень хорошие со мной почтальоны, когда они уже друг друга знают, почтальон и, допустим, клиент, там, организация какая-то, определенные люди обращаются за помощью к почтальонам там, по каким-то, может быть, каким-то вопросам. Пенсионеры, наверное, тоже часто, да? И пенсионеры очень часто, да. Вот сейчас ждет женщина посылочку. Здравствуйте. Татьяна Анатольевна. Да, я. С почты вас беспокоит. К вам посылочка. Спасибо. Ну, спасибо. Все, до свидания. День рождения почты у вас сегодня, да? Поздравляю вас, всех почтовых работников, с праздником. Желаем, чтобы почта работала хорошо, и почтальонам, чтобы побольше платили зарплату. И как бы стремительно ни развивался интернет, традиционная почта будет жить. Ведь основная работа здесь даже не с письмами, а с людьми. А этого никогда не заменит ни одна машина. Екатерина Брега, Михаил Волобуев, Севастопольское телевидение. На площади Нахимова прошел фестиваль «Технофест». Несколько десятков локаций с изобретениями севастопольских ученых и инженеров и последними новинками в мире виртуальной реальности. Посетителей ждали бои роботов, интерактивные аттракционы и камеры для анимированных фотографий. Кульминацией «Технофеста» стало награждение лучших проектов детей-участников фестиваля молодежных инноваций. Подробности в сюжете. Уже на входе на площадь Нахимова становится понятно. Сегодня здесь территория творчества и науки. Вот, например, самодельный летательный аппарат. Преодолевает до 500 километров. Вобрал в себя лучшее от самолета и вертолета. Вертолет вертикально взлетает и зависает. Эта штука не умеет этого делать. Но зато она может летать с очень минимальной скоростью, там, порядка 40 километров в час. Чего не может делать самолет. А вот изобретение музыкантов. Инструмент Андромеда. Сочетание ханга и синтезатора. Делаем музыкальный инструмент. Пока вот он из фанеры. Такой немного аляпистый. Но уже звучит. Идея была очень простая. Мы хотели ханг. Ханг стоит очень дорого. И у него есть определенные врожденные минусы. Мы хотели как ханг, только дешевле и лучше. А эти ребята соединили виртуальную реальность и бизнес и стали разрабатывать мобильные приложения дополненной реальности. Мы разрабатываем мобильные приложения в дополненной реальности для бизнеса. Вот. И сейчас запускаем множество проектов в Севастополе. Вот сейчас ближайший проект – это будет гид по Крыму в дополненной реальности. Вот так вот «Ласточкино гнездо» выглядело 100 лет назад. Это картина Ивазовского. Есть на технофесте и много развлечений для детей. Битва роботов, интерактивные викторины и аттракцион «Битва разумов». Нужно забить гол сопернику силой мысли. Надо просто долго о чем-то думать или же считать. Но главная часть технофеста не в интерактивных зонах, а на сцене. Здесь подводят итоги лучших проектов детей-участников фестиваля молодежных инноваций. Здесь весь этот праздник в честь окончания технофеста, кейс чемпионата кампуса молодежных инноваций, в течение 10 дней 300 самых умных детей страны придумывали, как решать недетские проблемы города Севастополя. Образование, здравоохранение, туризм, развитие общественных пространств и экосистема города. В этих номинациях ребята предлагали свои проекты. Мы устанавливаем датчики в жилые дома и делаем систему, которая позволяет показания с этих датчиков снимать и в реальном времени это отслеживать. В случае чрезвычайного происшествия какого-либо происходит сигнал автоматически в специальную службу. Ребята могли выбрать, какое направление более интересно. Соответственно, как бы они решали именно те задачи, которые актуальны для города. Они выезжали на полевые исследования, общались с жителями, общались с чиновниками. И эксперты от департаментов города как раз являлись экспертами для ребят, для того, чтобы их лучше погрузить в проблематику. Лучшие детские идеи доработают и внедрят в жизнь города. Организаторы технофеста надеются, что ребята в наш город еще вернутся и привезут с собой новые изобретения. Екатерина Брега, Михаил Волобуев, Севастопольское телевидение.
В ботаническом саду в Симферополе зацвела магнолия. Бело-сиреневые бутоны раскрылись вопреки наступившему похолоданию. Сейчас вы видите осеннее цветение магнолий. Существует целый ряд культур, которым характерно вот такое осеннее поведение. В том, что осенью для некоторых растений снова начинается весна, нет ничего странного, считают в ботаническом саду. Переменчивая крымская погода не дает кустарникам и деревьям быстро расходовать питательные вещества, из-за чего они зацветают позже. Так себя ведут, например, яблони и каштаны. Сейчас в саду особенно красиво благоухают астры и хризантемы, которые совсем скоро украсят бал цветов. Со следующей недели здесь начнут пересаживать деревья и готовиться к зиме и новому сезону. Это и выкопка однолетников, которые отошли. Это обрезка многолетних растений многих. Это обрезка кустарников. Это, ну, естественно, уборка листьев, то есть уже для декоративного, да, эффекта. Продолжается прополка сорняков. А бал хризантем в Никитском ботаническом саду в этом году станет рекордным. Если в прошлом были представлены 333 сорта и гибридные формы хризантемы, то этой осенью гостей сада ожидает 472 сорта и гибридные формы. В этом году бал носит название «золотой цветок». Именно так переводится слово «хризантема» с греческого языка. А название этим цветам дал всемирно известный ученый Карл Линней. Футбольный клуб «Севастополь» победил в первом матче 1/4 финала Кубка Крымского футбольного союза «Бахчисарайский Кызылташ». Мы традиционно транслировали домашнюю игру моряков в прямом эфире на канале «Севастополь-24». Подопечные Станислава Гузикевича оказались сильнее на родном стадионе со счетом 2-1. На 30-й минуте форвард Ридван Османов открыл счет в составе нашей команды. Великолепным ударом, примерно с линии штрафной, он поразил ворота соперника. На 60-й минуте после передачи Дмитрия Матвиенко Андрей Кива сыграл на опережение и удвоил преимущество хозяев. Но под занавес встречи бахчисарайцам все же удалось забить очень важный гостевой гол и сократить отставание. Антон Шевчук обвел нашего вратаря Сергея Науменко и поразил пустые ворота. Мы владели преимуществом в первом тайме. Да, не получилось у нас в начале забить, там были моменты. Но, тем не менее, забили. Во втором тайме пропустили гол. Ну, Кызылташ освежил игру заменами где-то в какой-то степени, возможно. И поэтому пропустили необязательный гол. Но все равно эта победа, это всего лишь первый тайм. Игра кубковая, у нас есть еще ответный матч, поэтому никакой эйфории нету. Плохо было, что вообще не создавали моментов. Очень плохо это выглядело со стороны, да. Попросили во втором тайме уже как бы положить мяч вниз, стараться атаки проводить. И второй тайм неплохо. Вышли, усилили люди, как бы неплохо взаимодействовали. Забили гол. Ну, 2-1 проиграли, но на самом деле счет рабочий. С ним можно дальше действовать. Вы смотрели новости на Севастопольском телевидении. Для вас работал Дмитрий Дудко. И я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.